Снова всем привет! С вами Олеся Селезнева. Я хочу поделиться сейчас с вами тем, что у меня в руках. А в руках у меня купленный мною вчера электронный билет маршрутом Оренбург-Москва, куда я отправляюсь 21 января на форум активных партнеров. Скажите мне, как вы думаете, зачем я еду на такое мероприятие, если я уже была на подобном форуме? Это было в ноябре месяце в городе Ижевске. Кто-то сейчас скажет, ну, делать нечего, вот разъезжает, отдыхает. Кто-то скажет, наверное, в этом есть доля правды. А у очень многих партнеров у меня сейчас такая ситуация. Либо они сами говорят, что сначала заработаю, потом поеду. Либо я все понимаю, хочу, но меня не отпускает муж. Говорит, вот сначала заработай, а потом разъезжай. Знаете, мне эта позиция очень знакома, может быть, отчасти в недавнем времени она мне была близка. Но сейчас я до вас хочу донести важность, почему нужно быть на таком событии и откуда у вас должны появиться деньги. Вот на простом примере, смотрите, нам нужно прочитать книгу, да? Но мы читать не умеем, мы букв не знаем. Что нужно для этого сделать? Нужно просто взять и научиться сначала читать, да, а потом прочитать книгу. Точно так же, например, нам дали компьютер, но он пустой, он без программы. Вот наша голова – это компьютер, а ну, наше содержимое, мозги, да, – это программа. И вот эту программу нам нужно с вами вложить в себя. За вас это никто не сделает. Ни один наставник, да, ваш успешный лидер в компании, он вам ничем не обязан, кроме того, как ну, направлять, помогать, да. Поэтому вкладывать себя можно разными способами. Можно посещать вебинары, можно долго искать что-то в интернете, да, при этом не зная, что вам четко нужно. Но я хочу сказать, что данный форум, который пройдет 21 января в Москве, это то событие, которое в максимально короткие сроки, это даже не дни, это один день, это даже часы, но это то мероприятие, которое разложит все по полочкам, научит вас и даст четкую картину, как нужно делать и что нужно делать. Много говорить не буду, но все знаете о моем результате. Но я буквально с октября уже начинаю ездить на мероприятия с компаниями. Совпадение это или нет, решайте сами. Но у меня есть партнеры, которые просто на вере в меня, просто на вере в компанию, поехали на первый семинар в городе Москва. Это было 22 октября. Это были первые три человека. Мария Духанова, Татьяна Мясникова и Анна Соловьева. Парадокс, да? Но у них есть результат. У Марии Духановой был в первый месяц результат, у Татьяны был результат, и у Ани тоже есть результат, несмотря на сложности, да, которые ее отграждают немножечко от нас, так как она находится в Республике Беларусь, и там компания еще официально не вошла, но тем не менее человек движется. Дальше был форум в ноябре, да, в Ижевске, и там снова была Татьяна Мясникова. Парадокс, но у нее результат еще лучше, еще больше, да, она закрывает квалификацию выше. У человека видение на этот бизнес, она собирается открывать мини-склад, у нее растет команда. И уже сейчас на мероприятии в Москве с ней едут партнеры. Верите вы в это или нет, но скажу одно, есть система. Если ее придерживаться, вот верим мы или нет, да, как я вот люблю приводить пример, есть закон притяжения Земли. Неважно, верите вы в него, не верите, но он есть. Если мы прыгнем с 10 этажа, мы разобьемся. Также здесь у нас есть система, и если мы ее придерживаемся, если делаем так, как нам это рекомендуют, верим мы или нет, хотим или не хотим, через полгода-год у нас будет результат.
Так вот, я сейчас рекомендую это мероприятие тем, кто хочет действительно зарабатывать деньги, кто хочет бизнеса, не просто потусоваться и уйти, не просто временно, да, каких-то продаж, а именно хочет серьезного, стабильного бизнеса с пассивным доходом. Могу сказать, что мероприятие... У меня было видение, да, понимание того, что я делаю, но после того, как я приехала с Ижевска, у меня как бы все с ног на голову перевернулось, и качество улучшилось еще больше. Да, я запускаю эту систему сейчас в свою команду, и многие скажут, ну зачем же ехать, есть же спонсор, давай, запускай меня. Но поверьте, та атмосфера, когда мы вместе встречаемся, общаемся и со мной в частности, и с другими лидерами, и с партнерами, мы как бы в одном рассоле с вами находимся, просаливаемся атмосферой. В сетевом одному ничего невозможно добиться. Я одна, какая бы я амбициозная ни была, не достигла бы такого результата за 3 месяца, который есть сегодня. Для этого я формирую команду. И вам тоже нужно это делать. А вот как формировать, как строить бизнес, что говорить, что делать, да? Это как раз-таки будет на форуме. И одна и та же информация, прослушанная из разных источников, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да, вот пословица к этому. Кроме того, наверное, скажу сейчас самый последний, самый такой внушающий факт. У меня есть еще билет. Электронный билет на имя моего супруга. Как вы думаете, зачем едет он? Ну, кто-то скажет, пофотографировать, наверное, Олесю, поснимать. Ну, на самом деле нет, потому что это мероприятие, оно требует вложений. И я понимаю, для чего я вкладываю, хотя, как у многих из вас, у меня есть финансовые проблемы, да, просто я о них не говорю. Скажу так, что муж не верил. Мужа я оформила просто как VIP-клиента на всякий случай. И что произошло за 2-3 месяца? Да за ним выросла структура почти в 28%. И теперь он понял, что это серьезный бизнес, что это бизнес прибыльный, да? Он увидел перспективы. И, друзья, я сейчас скажу, что он активно выстраивает свой бизнес, вы можете попасть и в его структуру. Но, думаю, свое видение и свое понимание, для чего этому нужно, он расскажет сам в своем видео, да, почему он едет на мероприятие. Возможно, это будет интересно вашим мужьям, да, почему вот он из скептика превратился, скажем так, в человека с видением, да. И как раз есть повод, если вас муж не отпускает, возьмите мужа с собой. Это повод даже просто погулять по Москве. Как часто вы выбираетесь с семьей, да, на какой-то такой небольшой отдых? А это приятное с полезным. Мы именно так и делаем, да, мы очень много работаем в семье, но мы совмещаем приятное с полезным. В Ижевске мы обучились вот так, но мы классно, скажем так, потусили, да, потому что мы сходили в клуб, давно там не были. Чувствуешь прилив сил. Вот это общение позитивное, оно тоже накладывает свой отпечаток, да, потому что, когда мы возвращаемся к себе на места, мы встречаем очень много людей, которые негативят, которые нас тянут назад, которые говорят, да все это фигня, да не получится, да плохие духи. И поэтому сядь еще раз, подумай, да, у меня есть определенный вызов. Я объявила команде, я готова приехать, если соберется команда из 50 человек. Я очень верю в свою команду, в наши силы, поэтому я купила билеты заранее, потому что очень хочу быть там и понимаю важность. И готова приехать ради вас, да, ради знакомства с вами, а вы со мной. А со мной едет мой муж, мой стратег, стратег нашей семьи, стратег нашего бизнеса. И очень надеюсь, что мне не придется возвращать эти билеты. Элементарно, если каждый из вас пригласит 2-3 партнера, это будет уже вау. И представляете, команда номер 1, она должна быть первой во всем. Мы будем составлять там 1/3 зала, например, ну это круто. Ну не 1/3, конечно, но в общем большой процент. Вот. Поэтому еще раз сядь и подумай, взвесь все за и против, подумай, что ты получишь, если не поедешь на это мероприятие, и подумай, что ты можешь получить, если ты там будешь. Там буду я,
там будут успешные лидеры, там будут мои партнеры, и я очень надеюсь, что там будешь ты. С верой в тебя, с надеждой на встречу и с надеждой на наш успех, а он будет, если ты будешь там. До связи в Москве 21 января. С вами была Олеся Селезнева. И помните, судите о моей успешности не потому, сколько зарабатываю я, а сколько зарабатывают мои партнеры. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.